ребятами пообщались и решили. В общем, ты хотел машину. Да, ты хотел на свой день рождения машину, ты просил нас Porsche Cayenne. У нас много чего просил, но мы с ребятами пообщались, так прикинули, обсудили все. И вот видишь, да, эту машину. Извини, но у нас на нее не хватает денег. Да. Поэтому машину ты получишь на 30-35-летие. Когда мы уже будем все работать и будем зарабатывать нормальные деньги. А пока... С днем рождения. Да. Помню твой шотландский язык, когда ты нас всех смешил этим языком. И продолжай его тренировать, окей? Поздравляю тебя с днем рождения. С днём рождения, Дамир, желаю тебе самого наилучшего. И что, ты поступил на юридический факультет? Дамир, как и все остальные, я хочу поздравить тебя с днём рождения. У тебя сейчас своё совершеннолетие появляется очень много прав, которым ты будешь пользоваться в течение всей своей жизни. Хочу, чтобы ты ими воспользовался с умом. Также хочу пожелать тебе, чтобы ты был более пунктуальным, меньше опаздывал и... Правильно использовал свое время и терял вам какие-то ненужные вещи. Также счастья и удачи в учебе, чтобы после университета у тебя была хорошая работа, мы также поддерживали с тобой хорошие отношения. С днем рождения тебя, Дамир! Дамир, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого лучшего, чтобы всегда оставался таким же жизнерадостным, классным парнем. Никогда не старел. Музыка, конечно, тебе не лечит, но оно все равно тебе идет. Что мне еще тебе сказать? Хочу, чтобы хорошо ты закончил школу, поступил в институт. И чтобы для родителей ты всегда был примерным подражанием, чтобы они могли своим знакомым или друзьям говорить, что вот у меня есть такой-то сын, что он чего-то добился. Так что мы ждем рождения. Всей души тебя поздравляю с днем рождения. Успехов тебе, здоровья, личной жизни. На следующий ты будешь совсем взрослым. Служи во взрослую жизнь, что тебе было. Здоровье, здоровье, конечно, везение вообще. Родители настраивают. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, успехов в личной жизни. ЕГЭ хорошо сдать на 385 баллов. Еще еще тебе сказать, это приятно. Девушку себе найди хорошую. Почаще таким же веселым будет. И грусти, короче. И все, у тебя первый шаг в твою взрослую жизнь. Все, мы тебя все любим. Не забывай нас. Учись хорошо. Получай много денег. Купи себе свой Каян сам. Может, нам подарим. Вот, любим тебя. Дорогой Дамирка, привет! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаем тебе счастья! Успехов в учебе! Здоровья! Оно не повредит! Да! Пожалуйста, не имей вредных привычек! Так как тебе 18 лет сегодня исполнилось, поэтому я надеюсь, что завтра ты вовремя придешь. Сегодня пятница. Какое там число? 2 марта, да? 2 марта. 3 марта ты придешь вовремя в школу. Да. Мы хотим, чтобы и это... с понедельника тоже будешь ходить, да. На конце учебного года. Да, да. Но это личный подарок от тебя, наверное, Галины Григорьевне. Да. Хотим, чтобы у тебя было все-все-все хорошо в личной жизни, чтобы ты нашел свою девушку, такой самый прекрасный, которая, чтобы умела, главное, хорошо готовить, умела тебя вовремя разбудить, чтобы ты на нее не кричал по этому поводу, чтобы, главное, впереди ЕГЭ. Я надеюсь, у тебя будут самые-самые-самые максимальные баллы. 90, 89, 99 желательно, даже было бы круто. И в институт хороший самый.
такой востребованный. Ну, инновационный вроде, да? Хочется. Чтобы востребованный был, чтобы твой диплом ценился, котировался. И может быть даже ты куда-то куда-нибудь поехал. Даже можно вот на этих летних каникулах. Вот. Ну, и главное хорошо отпраздновать. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья тебе, успехов в личной жизни. Главное, чтобы таким же веселым оставался. 18 лет уже постарел. Бухать поменьше надо. Курить бросаю уже наконец-то. Ты дурак, он это родителям будет показывать. Спортом займись, да? Конечно, ёпта, это же какой-то никакой. Курить, говорит, бросай, блядь. У тебя маму сразу... Похуй, давай заново. Я помню самые лучшие моменты. Не все, конечно, но запомнилось большинство из них. Когда мы вместе стояли и просто тупо ржали ни над чем. Это было для меня запоминающим моментом в моей жизни. Блядь, Тимур, ты заебал. Скажи, еще раз днем рождения. Сейчас. Дамир, поздравляю тебя с днем рождения. Этот день... Блядь. Этот день. Делаю нитками шип. Тихо, давай заново. Ты да! Заебись. Надо лето сюда прийти, шашлычки делать. Че, шашлыки делать? Да. Давай, похуй. Можешь ли точек? Давай такой адреналин. Дамир, хочу тебя поздравить с днем рождения. Чё, блядь, вырежешь нахуй. Давай, как предложение говорить-то, ёпта? С днем рождения. Пиздец как. Пиздец как сделал.